Итак, я честно, ребят, скажу, давайте я сразу с этой миссии начну, потому что мне когда показывали эту карту, я здесь немножко знаю первую боевку, немножко заспойлерили мне. И все, это, в принципе, единственное, что я знаю, поэтому мы с нее начнем, чтобы дальше вместе с вами уже ничего не зная, просто пойдем и будем смотреть. Итак, берем ящик, получаем единицу знания, не знаю, для чего нам эта единица знания, и получаем 61536 сказочных драконов. Вот так вот, вот так вот. Погнали. И у нас, ребят, вместо 60 тысяч драконов в армии минус 4 тысячи драконов. Минус 4 тысячи. Итак. Я, ребят, знаю, как ее пройти, но я вам сейчас немножко интригу. Вот эту вот первую боевку я знаю. Немножко вам интригу выдержу. Смотрите. У нас есть минус 4 тысячи лазурных драконов, сказочных драконов, правильно? Нам надо убить дофигища гидр. Ну, тут примерно их 1800, наверное. А, таймер, кстати, я уберу таймер. Сейчас пересоздам, уберу таймер. Смотреть. Мы даем заклинание Инферно. И гидр становится вместо 300. Это, ребят, баг какой-то. Вместо 300 становится по 2000. Понимаете? То есть лазурка, я не знаю, как это вообще, но лазурка у нас минус 4000. Мы даем заклинание, и гидр становится по 2000. И наша задача без магии одним черным драконом это убить. Есть у вас идеи, как это сделать? Ну давайте, знаете, что сделаем? Давайте драконом отойдем назад. И лазурка, ребят, пропускает ход. И она опять пропускает ход. Знаете, что надо сделать? Смотрите, удар снизу. Удар снизу. И все. Давайте, ребят, я таймер поставлю. Вот таймер уберу. И конец. Ладно, я знаю, ребят, я знаю, как эту карту пройти. Но это интересно, вот я вам просто... И знаете, ребят, это вот эта вот первая карта сейчас, она будет как анонсник, такой небольшой, в принципе, чтобы вы понимали, что это за карта. Смотрите, надо сделать РМК правильно, забрать еще раз 60 тысяч лазурок, и знаете что? А вот что надо сделать. Отделить этих лазурок. Отделить этих лазурок. Блин, не так. Залезть в этот бой. Я сразу об этом подумал, понял? Ну и здесь уже, как вы понимаете, сделать так. И сделать так. Кстати, интересный момент, то, что из 6, из 4 лазурок стало 635. А, то есть он 600... Короче, я понял, все. Ну и дальше тут надо просто это все убить. Дальше все просто. Вот примерно, ребят, так. Вот примерно так это работает. Это интересно, на самом деле, учитывая то, что... Ну, тут же реально интересные будут карты. Учитывая то, что это так работает, народ, мне интересно, что тут апгрейд еще такого придумал. Ну, по-любому будет что-то жесткое. И все. Прошли. Погнали тогда к Гурнисонам, ребят, проходить. В первую очередь.